Алик Шайдулин, водитель с 25-летним стажем, ничего не нарушил, но его все равно останавливает инспектор ГАИ. И не выписывает штраф, а совсем наоборот. Водителю подарили будильник, чтобы не проспал дорогу на длинных расстояниях. Сам дальнобойщик, признавшийся, что такого с ним не случалось, в свою очередь дал несколько советов. Засыпать, это, конечно, тяжело, это организм, в общем-то. Трудно следить за этим. Ну, секрет такой, как бы, если уж сильно тянет на сон, надо остановиться в любом месте, так скажем, и поспать часа полтора-два. Получившие полезные подарки водители дальних маршрутов стали участниками акции «Трасса без ДТП». Проводить ее инспекторам ГАИ помогают и футболисты. Они часто в разъездах на гостевые игры, тренировки и сборы, а потому им особенно важно, чтобы на трассах водители соблюдали культуру вождения. Чтобы водители знали то, что не все равно ГИБДД, то, что следят за ними. Поэтому, я думаю, им было бы приятно, то, что вот такие акции. Они больше бы уделяли внимание соблюдать правила дорожного движения. Необходимость такой акции связана с увеличением числа погибших на федеральных трассах. Количество водителей, которые выезжали на полосу встречного движения, увеличилось по сравнению с прошлым годом в 4 раза. Сегодня в ходе акции мы будем предлагать водителям пройти в агитационную «Газель» для того, чтобы посмотреть ролики по безопасности дорожного движения, немножко отдохнуть, прослушать профилактическую беседу, и будем дарить им символические подарки. Кроме выезда на встречную полосу, основными причинами ДТП являются нарушение правил обгона, несоблюдение скоростного режима и сон за рулем. А потому, как советовал опытный водитель, лучше завести будильник и немного поспать, и никуда не опоздаешь. Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События.